Здравствуйте, зрители. Здравствуйте. В статусе открытого кубка соревнования пройдут уже во второй раз. Местом проведения станет мототрасса, расположенная в парке Волжский. Она соответствует самым высоким требованиям, а ее сложность привлекает профессионалов. Конкуренция будет серьезной, отмечают организаторы. Съедутся сильнейшие мотогонщики со всей страны. Волжский представит 1,5 десятка гонщиков. Спортсмены будут выступать в личном и командном зачетах на мотоциклах в классах 65, 85, 125 кубических сантиметров, Open, Open 2 и ветераны. Помимо соревнований, волжан ждет большая и разнообразная программа. На открытии выступит военнослужащие разведроты. Будет развернута выставка военного вооружения и техники. Состоятся показательные выступления.